как прошел медосмотр, все ли ребята здоровы, и как оцениваешь их состояние после отпуска? Да, добрый день. Команда вышла из отпуска в хорошем расположении духа, в хорошем функциональном состоянии. Ребятам была выдана программа на отпуск. Начиная с последних двух недель декабря они выполняли индивидуальные программы. И также в первой неделе января. По данным и по силовым тестам, и по функциональному состоянию команда в хорошем функциональном состоянии. Жалоб никто не предъявляет, все выполнили полностью все исследования, которые были запланированы в полном объеме. Так что с хорошим настроением готовы приступить к тренировочным сборам. У нас перед отпуском травмировался Артем Карпукас плюс Стас Макеев на травме. Они готовы уже тренироваться в общей группе? Да, Стас у нас уже последние две недели конца в том году тренировался полноценно без ограничений в общей группе. Все виды упражнений выполнял и без каких-либо ограничений, поэтому он полноценно приступает с первого дня к тренировкам без ограничений. Что касательно Артема Карпукаса, да, был небольшой дискомфорт, который от старой травмы в колене, который беспокоил его в конце того сезона. Сейчас после отпуска у Тёмы никаких дискомфортов нет, он не предъявляет никаких жалоб, выполняет полностью беговой весь тест, выполнил без каких-либо дискомфортов, поэтому также готовится полноценно начать с первого дня сборы с общей группой. Много молодых ребят отправляются с нами на сборы. Как оцениваешь их готовность? Подготовка к академии, особенно в последние выпускные года и в молодежной команде, идет по единому контексту с основной командой, поэтому ребята знакомы с требованиями, ребята знают все практические упражнения и все нагрузки. Естественно, это молодые организмы, и выполнять тот объем нагрузок, который запланирован на сборах, им будет тяжеловато, но я думаю, что, судя по тому, что какие тесты сегодня данные они дали, что ребята должны справиться с полностью с нагрузкой, ну а если что-то во время сборов динамики будет там тяжело им даваться, мы, естественно, с тренерским штабом скорректируем им программу. Ну, думаю, что они подойдут к сборам в хорошем состоянии и должны пройти все нормально. Спасибо. Последний вопрос. У кого самая высокая жировая? Ух, провокационный вопрос. Да, наверное, у доктора самая большая жировая.